В этом видео обзор водного двухместного аттракциона Frenzy. Вот так очень быстро мы надули аттракцион. Как вы уже поняли, этот аттракцион состоит из двух частей: надувного вкладыша и прочного нейлонового чехла. Для надувания используется один клапан. Он утоплен в аттракционе. Также имеется защитная крышка на липучке велкро. Ручки очень мягкие, отстрочены строп-лентой и также усилены еще дополнительными строчками. Под ручками есть неопреновая вставка для того, чтобы костяшки ваших пальцев не натирались при катании. Также есть большая неопреновая вставка для того, чтобы при катании локти не натирались. Есть дополнительная ручка из строп-ленты, которую можно использовать, например, для переноски аттракциона. С обратной стороны есть дренажный клапан, который позволяет слить воду из чехла. Вы видите 4 ручки, а это значит, что аттракцион двухместный. На этом аттракционе катаются на животе. С таким аттракционом ваш отдых будет очень веселым.